Нет, ну в этом видео я точно матом не буду ругаться. Хотя... Ты понял? Блядь, это весел! Всем привет, ребят, с вами Алексей на канале Македон Плэй. Сегодня мы с вами продолжаем проходить «Тот живет под маяком». Так. В общем. Опять, да, пол засрали, значит. Нас... Все же преследовал этот арахноид какой-то. Походу, он всех сжирает. Конкретно бьет на улице, слушай. Что-то же читал кто-то на улице. Так. Так, ладно. Я так понимаю, теперь нам на улицу надо. Льет как из ведра. В смысле? Ну, что это такое? Лопата. И что это значит? Класс. Типа мне лопата нужна? А зачем? Лопата. И чё, мне копать или надо двери новые или что? А вот, куча какая-то. Дохлая чайка. А, это мне типа сейчас копать надо кучу, чтобы найти где это, ключ? Может на берегу там, помнишь, куча здоровья была? Может туда мне надо идти? Блин, мне надо скорее двигаться, а то сейчас простыну нафиг. Под таким ливнем-то. Просто лопата. Просто... Класс. Эта херня разумная, да, получается, типа? Может, цель копать? Тут рычит? Нет, это не надо копать. Ну вот, за пять зря трачу время. Бегаю хрен пойми куда. Слушай, а может там около маяка что-то было прям? Устал. Бедолага. Может сортир надо выкопать? Может там ключ? Блин, ты слышишь? Вот послушай. Сейчас когда будет молния и пойдет гром после нее. Там звук кто-то рычит, как будто лев рычит. И чё? Нет ничего, да? Нет, закрыто все равно. Так. Что, мне теперь идти дальше копать, что ли? Точно кто-то рычит. Может это Ктулху, а?
Исполнить. Ну вот, точно, рычит кто-то. Что такое? Ну, Пипи, опять. Беги, беги, дай в другую сторону. Я не мог развернуться. Вообще могу. Беги, парень, беги. Я ни хера не вижу, куда я бегу. Такие пиксели жесткие. Вот по дорожке я бегу. И меня он догоняет, слушай. Блин, ну где-то здесь. Здесь. Вот, в сарай. Пошли в сарай. Успел? Успел. Все? Эта херня ушла? По этому острову столько бегаю, по этой части острова точнее. И вот прям в центре и песочек. Ну, песочек, земля. С ключом, конечно же. Блин, 100 раз тут бегал. Где я? Чудо, я уже потерял. 100 раз уже бегал. И пипец какой-то. Не мог найти. Блин, что-то погода хуже стала. Смотри, к чу. Пипец, очень много времени потратил, чтобы найти. Главное, ты понимаешь, несколько раз там был специально, все входил по краям, осматривал. Даже по центру, мне казалось, я смотрел, и все равно не увидел. Дичь какая-то прям. Что такое? Так, надо сначала лампу заправить. Так, и вот эту, наверное, тоже заправить надо. Нет, или она нормальная? И закрыта еще пока. Здесь все нормально, да, у нас? Ну, отлично. Уютно, кстати, вот такой вид за окном, да, прям когда дождик идет. Кайф. Да? Ставь лайк, если тебе нравится. Ну, кайфно. Так, ладно, отвлекся немножко. Так, сейчас надо сначала заправить все. Так, давай. Крутит. Давай, крути быстрее. Ой. Все, да? Майк запущен. Что такое? В смысле? Опять не могу? А, ну на улицу выйти могу. Здесь все, окна побиты. А в смысле? А почему я спуститься не могу? А, нет, могу. В смысле, что, уже опять надо крутить, что ли? Что-то быстро как-то. А я нормально сюда горит? Или нет? Заправить не надо? Блин, что, пусто, что ли? Ну,
что такое? Довольство выйти могу. Блин, здрасте. Так, стой, а у меня... А, ну у меня пусто. Все. Понял. Заправиться только, и я уйду сейчас. Спуститься не могу. Да что такое? Почему я не могу спуститься? Почему я могу выйти наружу, но при этом спуститься я не могу? Да ёб твою дивизию, опять потухло. Что такое? Масло какое-то разручено или что? В чем проблема-то? Масло, эту лампадку у меня потухла. Надо ее заправить тоже, походу. Вот стучит. А где это? Подожди. А где? Где же были эти канистры? Подвал спустился. Я не специально. Я могу наверх подняться? Мне бы просто заправить. Ну блин, ладно, давай вниз. Пофигу, пошли. Дай-ка лопату я возьму. Бля. Такой. А. Я думал, это паук какой-то. Ну? А почему не работает? Почему ты не можешь заправить лампу? Ничего не понял. Ты понял что-то? Я чуть ничего не понял. Я понял, что на меня кто-то рычал. Все, дождик прошел. Такой часок, я в колодце нахожусь. Звук такой. Когда знаешь, с ведра вода капает вниз в колодец. Вот так же. Знаешь, я на эти пиксели смотрю, чем-то спать хочется. То есть они какую-то такую атмосферу создают. Что прям хочется спать. Все работает, ура. То есть на улице я выйти не могу. А внутрь войти могу. И спуститься могу, да? Блять. Спасибо. Так.
Маяк, естественно, опять потух. А, нет, нормально. Что такое? Типа светает или что? О, как неожиданно. Как в фильмах ужасов, знаешь, такой переход прям резкий. Как в психоделических фильмах всяких разных. О, я проснулся. Кто-то ходит по чердаку. Ну, здрасте. Тот провалился. А я этого почему-то не увидел. И... В смысле, это сон был? Ни хрена, это не сон, он сундук сдвинулся. У меня есть ключ. Это же я все еще? Я, да. О, бляха, мух, глава два ух. А, помнишь, в сарае мы с тобой видели доски? И с молотком, гвоздями. Походу, надо сбегать. И починить все будет сейчас. Так. Ах, хулиганы, блин, все поломали, все испортили. Все убрал. Да, пошли, наверное, там молоток с гвоздями был. И доски, по-моему, там были. Вот, я же говорю. Сейчас опять, да, будет монстряга, типа, нас преследовать или что? Или он сегодня отдыхает? А, блин, там лестница еще была. Наверное, за лестницей надо сходить. Да, слушай. Как я наверх-то попаду? Ну да. Че это такое? А стакан? Пошли, блин. Про лестницу-то я забыл. Взял. Да, валим отсюда. Ну так, уже не быстро бежит. Вообще не бежит, я бы сказал, толком. Я без ускорения вообще ползет, как улитка. Ужас. Я бы на его месте тут вообще бегал бы только так. О-о-о, опять. У кого-то несварение. Ну. И... И фигли. Не, серьезно. Че ты? Лестницу-то поставь. А, ёпта, я туплю. Крышу-то снаружи делают. Ну? И че? Или нормально? Да ё-моё, а че ты лестницу-то не ставишь? Ну все, здрасте. А, вот и те же надо в определенном месте. В смысле? Какие-то доски кривые все. Так. Так. Блин, звук слышишь? Он забивает гвоздин. По факту гвозди он ни хрена не забивает. Он только их ставит.
А вот теперь будем сбивать. Да уж. Все? Пока я чинил, уже вечер, да? А это что? Значит, правильно, пора идти на... Ой, зачем поднялся? На маяк. Я не это хотел. Раз. Опять подвал, да? Нет. А где мне... Откуда черпать-то? Надеюсь, тут хотя бы что-то есть в ней. Потому что если нету, то я не знаю, где брать. Жижу-то. Что такое? Нельзя крутить. Подняться можно? Или музыка, конечно, максимально криповая. Нет, взаимодействовать нельзя. Типа еще не ночь или что? О! О! Какой красавец здоровый. А че ты не боишься? Ну ладно, не боишься, не боишься. Так, а что мне делать-то тогда получается? И здесь тоже взаимодействовать никак не могу. Что-то делать надо. Может, бочку надо найти? Так, ну я могу выйти. Хорошо. Так, сюда вот если мы заходим, то получается здесь спуститься мы не можем, и ни хрена здесь нету, кроме грязи. Тогда может в сарайчик надо сбегать? Или в дом? Не, в доме, наверное, вряд ли будет. Может, в сарае будут баки с топливом. Да есть лопата. Все. И больше ничего. Может, в домике, вправду? Нам, кстати, еще сегодня монетку не давали. Ну да, здесь... А, вот это надо убрать-то тоже все, ё-моё. Поэтому, наверное, мы не можем ничего, да, сделать. А, зачем я это взял? Выкинуть или что? Метровый, может быть. А что такое? О, монетка. А куда мне ведро нужно? Не ведро, а вот это вот эти помои. Надо выкинуть надо мне их или что? Или заправить маяк. Может, там что-то надо сделать? Может, чайку надо накормить, я не знаю. Или может, с маяка скинуть это надо? Или в подвал спуститься? Ой. Ой, ёб твою мать. Я в подвале оказался.
человек какой-то. Ну все то же самое. Стены какие убогие-то. Вот преследует меня просто. У меня есть суп. Зачем мне суп? Я стараюсь жить на маяке, типа никуда не иду больше. Кто? Может, надо в подвал спуститься и суп идти подать, типа, на, держи, кушать, нет? Вроде нет. Да, уж интересно, правда, зачем мне суп? Может, я когда залазил наверх под... Ну, блядь, нихера себе, ты видел? Кто-то здесь был? Здесь была эта тень, которая в подвале. Может, мне в подвал надо? Алло, дай ключ. Мне нужен. Ключ забрал, гад. О, я могу бегать. Это значит, нам надо сейчас будет убегать. А если нам надо будет убегать, значит, сейчас будет скример. Готовься. Я готов. А ты готов? Так, да. Особо пока не бежим. А что такое? В смысле? Ничего не понял. Он сзади что ли был? Ты понял? Блядь, это веса! Вот он какой, чему, а? Ага, вижу. А в смысле, я же убежал? Я просто хотел посмотреть на него повнимательно. Ладно, пофиг, убежим. Бежим, 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 бежим. Ай, куда я? Зачем повернул сюда? Я не знаю, зачем я повернул сюда. А, это типа нам показали, как люди пропадают, наверное, да? Типа я тоже пропащий. Бля, может это... Может тут несколько концовок есть? Может мне просто прямо надо было бежать, а? Блин. А я не знаю. А я не знаю. Слушай, а может правда прямо надо было бежать? Да. Ну да, походу все повторяется. Передаешь смотреть или сейчас? Да, все то же самое. Это порочный круг. О, ни хрена себе, жив. Это приятно. Это меня не может не радовать. Да? Пишу еще. А? А? Ну круто.
О, классно. Окей. Да, благодарю. Так, и чё? Ну, мы живы. Это с кости. А как отсюда выбраться? Здесь мне лампы-то надолго хватит. И что я налево побежал? Вот чувак, еще один. Так, теперь направо побежали. То есть это я в логове этого арахноида, да, который нас типа сожрать хотел. Это туда спуститься, да, могу? А, ну в смысле, мне тут и надо спуститься, я так понимаю. Так, вон там проход был. О-о-о. Братишка, тебе особо не повезло, я смотрю. Ладно. О-о-о. Это, наверное, сюда надо, да? Ну да. А чё, я не могу ничего сделать? Почему я не могу сделать? Может, вниз надо с ним? А зачем я вниз с ним? Я упал. Я сдох, да? Судя по крику, да. Ой, мне с самого начала надо начинать. Ничего себе. Вот это я нормально упал. О, кстати, у него спички были. Но я не знаю. Я эту грушу здоровенно повесить не смог. Почему-то он ее не вешал. То есть вот. Груша. Он, видишь, он ее не вешает. Может, тут, конечно, надо что сделать. Не вешает. Я не вру. Ты видел. А, факел. А я не могу его, да, зажечь никак. С кости. А, вот. Так. И игли. Ага, а теперь я могу, да, повесить? Ну да. Так, я повесил. Чем дальше делать? А, вот, проход открылся, типа, да? Понятно. Капец, я в подземельях каких нахожусь. О, еще один скелет. О-о-о, привет. Это что за... Хрен такой. То есть мне сейчас биться надо бы, да, с кем-то? Типа я взял меч, и я оказался резко на улице. Что за дичь? Бутылки. Тихо, тихо. Целая лодка. Какое-то все яркое, необычное. Бочки. Пристань. Может, мне надо к маяку?
Ну тихо, тихо, опять дышка, сейчас задохнем. О, что-то нижнее белье висит. Колодец. А, стой, дома. Бляха-муха, сколько от меня не было-то по времени. Здесь поселение какое-то целое. Офигеть, не встать. А с колодцем я ничего не могу сделать. То есть я типа не один десяток лет был, да, типа там? То есть это как портал, да, типа машина времени. То есть я провалился, убегал от монстра, и в результате оказалось, вот это только было. И сарай вон там, который я не нашел. Ух ты, отремонтировали крышу. Сундука, естественно, уже нет. Да кто стучит-то? Крестик. Ключик. Сразу потемнело. Бляха, мух, ты кто? Солнце уже не видно, а маяк все еще не зажжен. Куда же подевался смотритель? Не знаю. Так, тут был человек. А смотритель, наверное, тоже попал в машину времени. Скорее всего. А как мне надо же это? Лампадку, как я буду, ну точнее это херню. В смысле? Ну здрасте, блин, это все глюки были, да? Ну, а что я не могу взять? Я не могу взять. Вот лампадку это я не могу взять, прикинь. Типа это глюк какой-то или что? Ну ладно. Подожди. Так, ладно. Грубо говоря, я подобрал меч, оказался в прошлом. Ой, в прошлом каком? В будущем. Увидел будущее, с кем-то поболтал. Узнал, что нет смотрителя. Собственно говоря, этот чел меня не удивил. Механизма нету. Ничего там нету. Спуститься я не могу, значит, только наверх. Так, надо остановиться. И потихонечку пойти, чтобы передохнуть. Побежали. Что-то... Вроде поменялось все, а вроде нет. Так. Фига себе. Что это за хрень? Востом бит кокон какой-то. Какой-то кокон, прикинь. Который мы с тобой подбирали, помнишь? А, я понял, это смотрители. Это арахноид их кокон помещает, чтобы жрать, наверное. О-о-о. Ага. А куда еще могу побежать? Человек мертвый, типа. Так, что туда что ли сбегать на ту часть? Меч. То есть, смотри, у меня есть выбор: взять меч, либо пойти к тому монстру. Давай возьмем меч. А, может мне на жертвоприношение принести, типа, как человеку тому подойти, который лежал, ну, мертвец. Или этих выпустить? Нет, не могу взаимодействовать. Вот этого прыгнуть?
Он просто показывает, что типа сожрет меня сейчас. Может сюда тогда? Ну-ка. Ну да. Но зачем я это сделал? А, типа вот это отдать монстру этому, да? И чё? Это проход. Признайте, гусеница какая-то жрет, что, чтобы открыть мне дверь. Офигеть, не встать. Опять, да? Ну давай. Ну в смысле? Ну я Е нажимаю. А, в смысле, я ему должен отдать, все понял. И чё? Все, опять я. Где-то оказался. Я вышел на балкон и что-то вам показывает издалека все. Так, люд стоит. Могилка чья-то. Так, все, вниз я не могу пойти, значит на улицу. В смысле? А нет, все, так же осталось. Нет, сюда я не могу. А я в окна подглядывать могу, интересно. А окон-то и нету, да, особо? Нате, тут он стучит. Никто не открыл. Так, ладно, пошли к другим постучим. Это типа он показывает мне, как вот эти смотрители становятся какими-то там, как это сказать, слугами, типа вот этого рахнуть это и стучать, типа бегать всем или что? Или я стал призраком? Что-то ничего не понимаю. Просто тупо стучу, никто не открывает. Даже свет не зажигает. А может, все пропали просто? Может, эта тварь всех сожрала уже? А почему меня не сожрала? Хороший вопрос. Ножи, гвозди, молоток. Сундук, который я не открыл. Лопата. Может, надо эту могилку выкопать? Тут могилка где-то была. Я помню. Даже так еще показали таким крупным планом, типа. Пипец, он стучит, конечно. А, вот она. А, нет, это кусты. Я думал, это крест. Бля, а где же могила? А вот где-то здесь была, мне так показалось. Ну, походу, только показалось. Ну, капец, конечно, да.
Стучит нормально. Может, туда надо? Это что такое было? Так. О, мотыльки. Ничего. А темно, я не вижу ничего. Просто я выкопал могилу, чтобы вылетели эти мотыльки. А, вот человек. Живой знает, что умрут, а мертвый ничего не знает. Уже им... чего? И уж нет им воздания, потому что и память о них предана забвению. Класс. Чему ты мне сказал, дядя? Психоделика какая-то, слушай. Стоит, что ли, кто-то там? Все, сдох. Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблен. Ага. Понятно. Где, наверное, да? Да, свет беззаконного потухнет и не останется искра от огня его. Что-то они какие-то эти здесь все. Как это сказать-то? О, опять переход, блин. Ну да уж, да уж. Ладно, я, наверное, предлагаю на этом серию заканчивать. В следующей серии мы тогда продолжим. Поэтому что хочу сказать, кто не подписался, обязательно подписывайтесь, обязательно комментируйте, ставьте лайки. Всем пока, да.